порядочность, деловитость, смелость в суждениях и поступках. Эти качества были присущи Александру Рябову. В 1985 году Александр Иванович стал одним из руководителей Тамбовской области. И на протяжении 15 лет, когда Россию лихорадило, когда Россия была на грани уничтожения, он, как истинный гражданин, патриот, человек, всецело любящий свою родину, сопротивлялся ей. Принято считать, что в истории и в памяти остается лишь тот, кто сумеет прибавить что-то значительное к великому духу своего народа. Александр Иванович Рябов положил много сил, здоровья на алтарь служения России, Советскому Союзу, Тамбовщине. Он являлся членом Комитета по вопросам безопасности и обороны, был депутатом, а затем и председателем областной думы. Результаты его труда получили высокое признание государства и жителей Тамбовщины. Похоронили Александра Рябова на Воздвиженском кладбище.